Всем привет! Вы на канале Автозвук.ua, и сегодня у нас на обзоре будут, пожалуй, одни из самых бюджетных LED-ламп от не менее бюджетного производителя — дорожная карта. Модель называется DK-CLD-H7, и, как и положено любым бюджетным LED-лампам, их мощность составляет 60 Вт, а световой поток 7200 люмен на комплект. Но уже при первом визуальном изучении данных ламп надежда получить 3600 люмен светового потока с одной лампы улетучивается еще быстрее, чем зарплата. Дело в том, что здесь установлены светодиоды COB. Это очень неэффективные светодиоды. Их в основном используют или использовали даже для светодиодных ламп, которые устанавливаются в габариты. В головном свете они давным-давно уже не используются, но тем не менее в каком-нибудь супербюджетном сегменте мы их снова встретили. Такие светодиоды навряд ли порадуют нас хорошей освещенностью. В общем, в данных лампах используются, пожалуй, самые бюджетные светодиоды, которые, как правило, устанавливают на такую же бюджетную светотехнику. И эти светодиоды я бы назвал, пожалуй, единственным таким конструктивным минусом, который даже уже при визуальном изучении дает нам четко понять, что от данных ламп мы навряд ли получим впечатляющие характеристики и, скорее всего, навряд ли получим хорошую приемлемую геометрию светотеневой границы. Во всем остальном конструкция у них достаточно неплохая, в какой-то мере стандартная. Корпус цельно фрезерованный, цоколь у нас стальной штампованный, он зафиксирован здесь очень жестко и может показаться, что он практически не поворачивается. Но если установить лампы в оптику, либо просто обхватить цоколь какой-нибудь тряпочкой или воспользоваться перчатками, то цоколь, в принципе, можно повернуть. И это придется делать для того, чтобы получить правильную геометрию светотеневой границы. Я уже поэкспериментировал, и, в принципе, вот в таком положении данные лампы в оптике светят не очень. Положение нужно немножечко менять и искать оптимальное для конкретной фары. Дальше мы можем видеть активную систему охлаждения. В принципе, для бюджетного сегмента это очень даже хорошо. И кулер здесь даже защищен специальной накладкой. Она, кстати, у нас здесь стальная и штампованная. Дальше мы видим кабель. Кабель подсоединен к лампе очень надежно. Есть еще такая резиновая проставочка, которую не всегда встретишь в более дорогих лампах. Сам кабель плоский, это защищает его от переломов на изгибах, и также имеется еще дополнительная изоляция, которая защитит кабель от механических повреждений. Драйвер на кабеле отсутствует, он уже вмонтирован в корпус самой лампы, и на конце у нас есть стандартная контактная группа под H7 лампу. То есть, в принципе, здесь по материалам и конструкции, особенно для такой стоимости, все очень даже неплохо. И снова-таки повторюсь, единственное, что меня смущает, это светодиоды. И чтобы, как говорится, не тянуть резину, мы прямо сейчас перейдем к замерам и посмотрим, на что способны столь бюджетные лампы. Итак, при напряжении практически 13,6 вольт лампы тянут 2 ампера. Мощность очень близка к заявленной, 28,1 ватт. Но световой поток существенно ниже, 1365 люмен. Эффективность такая себе, 48,44 люмена-ватт. Цветовая температура 6136 кельвин. Спустя 5 минут при том же напряжении ток упал до отметки 1,86 люмена-ватт. Мощность до 25,2 ватт. Световой поток составил 1136 люмен. Эффективность 45 люмена-ватт. А цветовая температура сильно подросла и составляет 6445 кельвин. В общем, лампочки сами по себе достаточно синие, имеют стандартный, как для бюджетных LED-ламп, световой поток чуть больше 1000 люмен. То есть, грубо говоря, здесь из светодиодов выжали максимум. Подали на них хорошую мощность, обеспечили хорошую систему охлаждения и, собственно говоря, за умеренные деньги получили хоть какие-то характеристики. Но здесь еще есть вторая сторона вопроса, которой мы уделяем также достаточно внимания, а именно светотеневая граница. Поэтому сейчас поставим эти лампы в нашу подопытную оптику и посмотрим, насколько хорошо они светят.
В оптике от Volkswagen Golf световое пятно и, соответственно, светотеневая граница выглядит следующим образом. И это, в принципе, лучший результат, которого мы смогли добиться. Лампу можно немножко попробовать тут повращать в фаре, но кардинально, скажем так, улучшить ситуацию очень сложно. То есть у нас вот в этом положении немножко формируется как бы птичка с правой стороны, но опять-таки все весьма условно. То есть добиться идеальной геометрии светотеневой границы здесь я не смог. Также, в принципе, видно, что световое пятно не очень яркое, но, тем не менее, заливка равномерная. Насколько яркий свет, мы сейчас измерим с помощью люксметра. Итак, в точке 1 освещенность всего-навсего 300-320 люкс. В точке 2 освещенность немножко выше, 500-510 люкс. Точка 3 нас порадует освещенностью 390, возможно 400 люкс, и точка 4 самая яркая, 640 люкс. То есть, в принципе, свет у нас сконцентрирован в нижней части светового пятна. Хотя вот эту условную галку, которую удалось поймать, я настраивал конкретно ближе к точке 1. Выше светотеневой границы у нас освещенность составляет примерно 130 люкс. Если подняться еще выше, освещенность существенно падает. То есть на высоте примерно 10 сантиметров вдоль условной светотеневой границы в сторону встречки освещенность составляет примерно 100 люкс и падает. Для того, чтобы продемонстрировать возможное наличие засветов выше условной светотеневой границы, так как, в принципе, здесь четкой СТГ нет, мы проводим следующий эксперимент, он очень простой, и вы с ним, в принципе, знакомы. Фара находится от меня на дистанции 4 метра, она установлена ниже уровня глаз примерно на 35-40 сантиметров, и, в принципе, мы можем видеть, что нижняя часть туловища находится в ярком световом пятне, а верхняя часть освещается. То есть минимальное количество света выше СТГ все-таки должно присутствовать для подсветки дорожных знаков, но также мы можем сравнить эти лампы в этой оптике с галогенками и еще одними бюджетными LED-лампами. Итак, можно ли назвать эти лампы бюджетным решением? Однозначно можно, и в принципе они полностью оправдывают это название. А вот можно ли их назвать правильным решением? Здесь ответ уже будет отрицательным. В принципе, я не увидел ни яркого светового пятна, ни равномерной заливки местности, ни правильной геометрии светотеневой границы. Поэтому здесь уже выбор, как всегда, исключительно за вами. А у меня на этом, как обычно, все. Если видео было полезным и интересным, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.